Добрый день. Начинается очередной тур зимнего чемпионата Татарстана. Игра между командами «Строитель-2», «Альметьевск-2». Команда «Строитель» в белом, команда «Альметьевска» в черном. Оль, поставь плюсик, если звук хороший. Понял. Стартовый состав нашей команды: Брагин в воротах, Карпетян, Афанасьев, Якупов, Загайнов, Минеев, Колесников в поле. Наша команда с левой стороны. Начинаем. Афанасьев, Карпетян. Центр на Минеева. Минеев на Колесникова. Колесников на Карапетяна. Поменяли фланг. Якупов. Якупов сам. Команда «Альметьевск» будет разыгрывать оборот. Карапетян. Перехватывает передачу на Карапетяна. Карапетян в центр на Загайнова. Загайнов на Якупова. Отличная стеночка. Но чуть-чуть не точно. Карапетян должен быть первым на мяче. Да. Олег поднимает голову, смотрит кому. Афанасьев. Афанасьев переводит игру на Колесникова. Колесников обыгрывает. Передача в центр на Минеева. Минеев должен увидеть Якупова. Да, отличная передача на Якупова. Якупов удар. И игроки «Альметьевска» принимают этот удар на себя. Тем самым зарабатываем угловой. Минеев пошел подавать. Просто. Тренер подсказывает, будет подача. Колесников. Не получается удар у Ратмира. Мяч уходит за пределы поля. Команда «Альметьевск» будет сбрасывать аут. Ребята не поняли друг друга, но тут же Карапетян исправляется. Колесников. Сам Побров, я выиграю двоих. Но четвертого игрока уже не получилось у него обыграть. Афанасьев на Брагина. Брагин сразу на Карапетяна. Карапетяна Якупова. Якупов в центр на Загайнова. И зарабатывает аут команда «Строитель». Якупов будет вводить мяч за боковой. Сильно вперед на Минеева. Минеев, Колесников. Афанасьев на Карапетяна. Карапетян возвращает мяч Афанасьеву. Афанасьев на Колесникова. Колесников сам обыгрывает. Будет делать передачу. Ну, не сильно получилась передача Ратмира. И вратарь «Альметьевска» с этой передачей справляется. Афанасьев довольно-таки неуверенно принял мяч. В итоге команда «Альметьевска» пытается контратаковать. Минеев подключился, помог отобрать мяч. Пас на Афанасьева. Колесников. Афанасьев. Афанасьев на Карапетяна. Карапетян смотрит центр за Загайнов. Колесников с мячом. Обыгрывает одного. Сам пробегает по бровке.
поднимает голову. Передача на Загайнова. Загайнов на Минеева. Минеев должен увидеть Якупова. Да, увидел Якупова. Якупов прострел. Брат Альметьевского забирает и сильно вперед. Брагин должен забирать мяч. Спокойно. Афанасьев. Колесникова, и Радмир теряет мяч, к сожалению. Команда Альмет взяла мяч за боковой. Афанасьев первый на мяче. Загайнов. Якупов. Якупов сам будет обыгрывать и зарабатывает аут. Минеев. Якупов пас на Загайнова. Загайнов назад на Карпетяна. Афанасьев. На поле появился Гараев, Искандер. С мячом Минеев. Отдает пас под Загайнова. Загайнов не стал пробивать, а решил отдать пас на Якупова. Подача. Очень сильная подача в исполнении Якупова. Загайнов в центре перехватывает. И неточная передача через центр. Афанасьев должен побороться. Да, Карпетян. Брагин удар. И перекладина спасает. Перекладина спасает. Первый опасный момент команды Альметьевск. В команде Альметьевск полностью поменялась шестерка игроков. Якупов борется. И команда Альметьевск зарабатывает первой угловой. Стандартный момент, это очень опасно. Подача. Брагин. Брагин спокойно. Уверенно. Карпетян. Обыграл одного. Пас на Загайнова. Загайнов на Якупова. Якупов должен сам должен тащить. Да, Якупов тащит сам. Фирменный прострел. И не забивает команда «Строитель». Хороший момент создали ребята. Сильно вперед. И вне игры должен судья зафиксировать. Гараев, Искандер, не получился у него удар. И у Минеева Николая добивание не получилось. Вратарь уже забрал мячик. Купов опять прострел. Ну, тут защитники Альметьевска перехватывают. Загайнов должен побороться. Карпетян на Брагина. Брагина Афанасьева. Гараев. Центр на Загайнова. Загайнов очень сильно и неточно. Передача вперед. Якупов. Дамир просит замену. Устал. Да, на поле появляется Колесников Радмир. Да, Якупов Дамир сделал несколько таких хороших пробежек по бровке и, видимо, очень устал. Команда Альметьевск подает угловой.
передача. Карапетян выбивает. Колесник Фрамир перехватывает. И удар в сторону ворот команды «Строитель». И не точно. Надо успокоить маленько игру. Брагина, Афанасьева. Гараев. Гараев мячом. И опять глубоко назад. Афанасьев на Карапетяна. Карапетян должен увидеть Колесникова, да. Фрамир получает, должен увидеть Минеева, да, Минеев получает передачу, ни игры не было. Передача проходит на Минеева. И команда «Альметьевска» вынуждена просто выбивать мяч. Афанасьев первый на подборе, на Гараева. Гараев с Загайновым. Стеночку. Гараев, передача. И команда «Альметьевска» перехватывает мяч. И не точно передача в исполнении игроков команды «Альметьевска». Карапетян. Гараев. А, извиняюсь, Колесников. Загайнов. Колесников сам будет делать прострел, да. Загайнов ошибается, вынужден теперь бежать назад, исправлять ошибку. Карапетян. И не точно. Команда «Альметьевска» будет вводить мяч за боковой. Показывает судья в пользу команды «Альметьевск». Карапетян должен быть первый на мяче, но не поняли друг друга ребята. В итоге Брагин вступает в игру. Сразу первая же сильная подача на Гараева. Гараев в центр на Загайнова. Загайнов на Минеева. Минеев должен увидеть. Нет. Да, увидел все-таки Радмира. И потеря, опять потеря мяча. Замена. Вместо Колесникова выходит Якупов. Минеев должен побороться, да, пока. И Якупов вовремя выходит на замену, подстраховывает, перехватывает передачу. И угловой зарабатывает команда «Альметьевска», и у них происходит замена полностью. Подача. Загайнов перехватывает. И неточная передача. Передача на Гараева, перехват, Карапетян, Якупов, обыгрывает одного, сам продвигается, передача на Загайнова, Минеев подключился, Карапетян, Афанасьев. И должны увидеть, и очень тихо, очень тихо. Передача такая не проходит. Вынужден Загайнов сам исправлять свою ошибку. В команде «Строитель» замена. Вместо Загайнова выходит Шакиров. Брагин спокойно принимает мяч.
Афанасьев, Нагараева, Гараев мячом, передача в центр, ошибка, и Минеев справляет ошибку, передача на Якуба, Якубов, прострел, и Минеев удар, и прямо в защиту вратаря попадает после сильного удара Минеева мяч. Опасный момент создали команда «Строитель». Прошла передача на Якупова. И угловой зарабатывает команда «Строитель». Минеев будет подавать. Гараева пропускает, Якупов удар, гол забивает Якупов, Дамир, счет становится 1-0 после домашней заготовки. На моей памяти, по-моему, это уже четвертая результативная заготовка в этом сезоне. Шакиров прессингует, Гараев. Гараев на Минеева, Минеев. В центре три игрока, Альмитов тоже Минеева встречает. Надо до конца побороться, да. Но... Якупов. Якупов отлично прокидывает трех игроков. Делает передачу. Но не хватило сил уже у Дамира. Шакирову надо побороться, побороться надо. Карапетян. Шакиров вернулся. Поборолся за мяч. Не выключает Шакиров из игры. Да, продолжает прессинговать. Напрягает, напрягает защиту. Вынуждает их ошибаться. Передача. Нет, все-таки судья фиксирует, что мяч покинул поле. Можно сердечками поблагодарить Шакирова за такую самоотверженную игру. Не жадничать. И команда Альметьевск будет вводить мяч из-за бока... от ворот. Разыгрывают. Карапетян. Брагин на Афанасьева. Афанасьев поднимает голову, смотрит на кого. Минеев. Минеев с Гараевым на коротке. Гараев не точно на Шакирова. И вратарь Альметьевск убирает. И сильно вперед вносит мяч. И пропускаем мы мяч. Счет становится 1-1. Ничего страшного. Карапетян, Афанасьев, Минеев, Колесников. Ну, это подножка. И штрафной удар назначает судья в пользу команды «Строитель». Минеев идет исполнять. Удар, и мяч попадает в перекладину после удара Минеева. Опасный штрафной. Вместо Шакирова выходит опять Загайнов.
Колесников сильно на Минеева. Сейчас команда Альметьевска. Минеев перехватывает. И зарабатывает аут Минеев. Загайнов. Колесников. На коротке обыгрывается. Оставляет в игре мяч Колесников про Адмир. Но, к сожалению, Альметьев перехватывает этот мяч. Аут. Польза Альметьевска. Карпетян должен быть первым на мяче, да. Долго-долго Малик почему-то смотрит, что с ним делать. Центр на Загайнова, Загайнов на Якупова. Играем-играем. Якупов прострел. И замыкать некому. Колесников. Опять прострел, замыкать некому в команде Строитель. Колесников зарабатывает аут. Якупов у нас прихрамывает. Колесников сильно на Карапетяна. Карапетян на Якупова. Якупов зарабатывает угловой. Минеев будет подавать. Подача. Минеев сам же. На Афанасьева. Афанасьев на Колесникова. Загайнов в центре. Ничего, Мальметьев. Минеев. Передача на Колесникова. Колесников. Минеев. Надо перевести. Да, на Якупова. Якупов убирает. На Загайнова. И удар по воротам. Вратарь справляется. Здесь Брагин должен спокойно. Спокойно, да, Брагин берет мяч. Довольно-таки сильно вратарь команды Альметьевск выбивает от своих ворот. Загайнов мячом. Увидел Якупова. Прострел. И Альметьевск перехватывает мяч. Загайнов запуливает очень сильно вперед. В команде Строитель замена. Вместо Якупова появляется Гараев. Гараев Загайнов на коротке. Загайнов на Карапетяна. Карапетян на Афанасьева. Разворачивает атаку. Мячом Гараев. Загайнов, Карапетян на Колесникова. И Колесников в очередной раз на этом же месте выпускает мяч в аут. Не хватает сегодня Радмиру поля. Минеев, Загайнов. Карапетян, Афанасьев, Нагараева,
Гараев обыгрывает. Сам пробегает по бровке. Передача на Минеева. Минеев на Загайнова. Загайнов не точно перехватывает команду Альметьевск. Уходит в контратаку. Надо сейчас справляться. Да, Загайнов сам же исправляется. Передача на Гараева. Минеев. Ошибка в центре. И команда Альметьевск в контратаке. Карпетян перехватывает передачу. Гараев борется. И первый тайм заканчивается. Напоминаю, счет 1-1.